это совершенно случайно. Нам в нашем вузе сказали, что будет проходить такого рода волонтерка, и я решила принять в этом участие, потому что считаю, что каждый из нас должен внести какой-то вклад в борьбу с этим вирусом. И поэтому я с моей семьей, с моим братом и с моим бывшим мужем решили принять участие в этой волонтерке. В чем будет заключаться наша деятельность как волонтеров? Мы будем обходить дома, чтобы узнать, нет ли у жителей каких-либо симптомов заболевания. Именно поэтому мы будем анкетировать, и если узнаем, что у кого есть эти симптомы, будем уже докладывать непосредственно больницу, чтобы узнать, есть ли все еще очаги здесь в карцине. Твои родители об этом не знают, но как-то я убью, если об этом узнают. Поэтому будьте здоровы! Сегодня волонтеры-медики совместно с Ульяновским государственным университетом и медицинским факультетом приехали в Харсун для того, чтобы произвести подворовой обход. Мы не уверены, что акция будет однодневной. Мы думаем, что мы приедем еще. На сегодня здесь преподаватели, студенты с 1 по 6 курс. К нам присоединились студенты Корсунского колледжа, потому что мы действительно понимаем, что это важно. Важно помочь и администрации Корсунского района, и в целом помочь и объяснить людям о том, как нужно бороться или предохраняться от коронавирусной инфекции. Мы вместе, мы поможем Корсуну. Главное не отчаиваться и помнить, что жизнь дана нам всем. Меня зовут Людмила, я являюсь координатором волонтерского штаба по предотвращению коронавирусной инфекции в Ульяновской области, и я приехала, потому что я не могла иначе. Потому что тогда, когда нужна помощь, волонтеры и добровольцы, они всегда здесь, они всегда рядом. Собственно, сейчас мы будем проводить обход как раз таки всех жителей Корсуна для того, чтобы собрать информацию, провести мониторинг, как в целом себя чувствуют люди, какие у них потребности, какие желания, и все это мы передадим администрации для того, чтобы была понятна картина дня и, собственно, что нужно сейчас жителям Корсунского района.